Начинаются занятия. Руки подняли и помахали. Это деревья в лесу. Локти согнули, кисти стряхнули. Ветер сбивает росу. Плавно руками помашем. Это к нам птицы летят. Как они сядут. Одна клетка, влево одна клетка, вниз две клетки, успевайте, влево четыре клетки. Над нами солнце светит, не жизнь, а благодать. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам говорят, что катит, короче, гипотенузы. А я говорю вам, хватит, устал я от этой обузы. Пара-пара-пара, короче, гипотенузы. Устал я от этой обузы. Ах, встать бы на рассвете, убрать бы в стол тетрадь. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам говорят афины, войною пошли на Спарту. А я говорю, покинуть хочу поскорее парту. Войною пошли на Спарту. Пара-пара-пара.
слова упрямо эти я буду повторять тем, кто за нас в ответе. Давно пора понять тем, кто за нас в ответе. Давно пора понять, мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять. И треугольник, и квадраты – это все четырехугольники. Дети у нас очень хорошие, умные, сильные. Занимаются некоторые спортом у нас в городе. Многие у нас участвуют, у нас запевал очень много. Очень много у нас таких, как, даже не знаю, как назвать таких, ну, все позитивных детей, которые очень умеют себя держать.
Музыкальным занятиям у нас очень много. То есть коллектив такой сплоченный, они у нас на ура все делают. Все конкурсы, все песни, все пляски, поздравления школ, поздравления воспитателей. То есть все лежит, можно сказать, на наших детях, на нашей группе, на детях нашей группы. Давай! А я для них поляк. Да, Катя, мы проглаживаем уже. Это поляк или кухонь? Это моя лопата. Это моя лопата. Это поляк или проглаживаем? Можно мне? Это не приставка? Блинчики, 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 блинчики. Кто потянуться может? Я не могу потянуть. Я нет. Я только качаться. Самое главное успешной учебы слушаться родителей в первую очередь. Ну и, наверное, здоровье самое главное в нашей жизни. На белом своем корабле, на белом своем корабле. Меня не пугают ни волны, ни ветер. Плыву я к единственной маме на свете. Раз, два, три, машем ручками. Маша, давай, оба. Все строимся. Я сказал за руку. На белом своем корабле, на белом своем корабле, на белом своем корабле. Меня
не пугают ни волны, ни ветер. Плыву я к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете. Скорей до земли я добраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете. Как и обещали, за каждое выполненное задание получаете одну букву. А когда разгадаете все слово, найдете клад. Ясно? Да! Итак, а потом что? Доверяю первую букву нашей кровавой Мэри. Попрощайтесь, Билли, скажите. До новых встреч, друзья, пока! Попутного ветра, как говорят. Если ясный день, это хорошо. А когда наоборот, плохо. Если ясный день. Он что сказать? Здорово! Да. Вы здесь случайно разговариваете? Конечно! Скажите, пожалуйста, как вас зовут? А что, не знаем, что ли? Нет. Как меня зовут? Кто самый главный пират? Ваня и она. Нет, я не Ваня и не она. Меня зовут Мокрый Джим. Да что вы говорите? Гроза семи морей. И океанов. И океанов тоже. Скажите, пожалуйста, а у вас случайно нет хотя бы маленькой подсказки? Дело в том, что у нас был один знакомый пират, и звали его Скверный Билли. С детства Билли не добили, но мы его потеряли по пути. Он отстал где-то у памятника скорбящей матери и успел отдать нам одну единственную букву. Скажите, пожалуйста, а вы можете нам чем-нибудь помочь? У меня тоже когда-то в пиратской школе был выпускной. Значит так, желаю вам сегодня и в последующее время не тонуть, не покидать своего корабля и всегда быть при деньгах. Попробуем завоевать у Джина еще 6. Вы готовы? Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо, слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты, то всегда легко. А когда... Умнее у нас будет сейчас, Никита, три шага. Сейчас мы с Джимом делаем вот это. Мокрым Джимом. Так. Так. С каждым поделись радостью своей, рассыпая смех звучно. Если песни петь, с ними веселей. А когда наоборот скучно, если песни петь, с ними веселей. А когда наоборот скучно. Я сказала другому другу. Вы так не попадете. Пока стой. Так, держим, пока я к вам не подойду.
красавица. Сейчас мы забросим. Раз. Девочки, так, по очереди. По-моему, нет. Нет, по очереди, бросай. Кидай. По очереди, бросай. Вы бросайте. Вы так не попадете, вы же друг другу мешаете. Второй. Хорошо. Раз. Дальше. Два. Три. Подальше бросай. Четыре. Пять. Девчонки в зеленую. Шесть. Вот за эту чурку не закатывай. Вот за эту чурку. Смотри, это тебе набрали мальчики. Чё так мало? А это тебе набрали девочки. Вот это нормально. Сколько букв дашь за мальчиков? Нисколько не дам, а за мало. Девочек? Давай букву. 40, ну ладно. Жить в своем доме всегда одному. Скучно и мне, и тебе, и ему. Ведь сколько на свете хороших друзей. Хороших друзей? Хороших друзей. Сколько на свете веселых затей. Веселых затей? Веселых затей. Воздушные змеи, жмурки, салки, прятки, мячи, чехарда и скакалки. И просто, и просто, и просто скакалки. Ну просто, просто, просто. Так кто зашел на скакалку? Молодец, давай, давай, бери, бери, бери. А? Смотри, у нас отбежит, назад. Вторую давай сюда. А давайте букву маме. Я жив. Мячок. Будем ставить буквы какие-нибудь. Давай две пока. Ну. Зеленая. Есть мороженое одному. Невкусно ни мне, ни тебе, никому. Ведь столько на свете хороших друзей. Хороших друзей, хороших друзей. Ведь столько на свете вкусных вещей. Вкусных вещей, вкусных вещей. Манная каша, ситрон и рис, и компот, молоко. Леденцы и сосиски, и просто, и просто, и просто сосиски. Ну просто, 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 просто. Играть во все игры нельзя одному. Ни мне, ни тебе. Никому, никому. Ведь только на свете веселых друзей. Веселых друзей. Веселых друзей. И столько на свете веселых зверей. Веселых зверей. Веселых зверей. Слоны, бегемоты, кроты и котята, мартышки, щенки. Ведь сколько на свете веселых друзей. Давай, давай. Кто веревочку заденет, тот считается пропавшим. Прогибаемся, не занимаем. Я первая иду, вы за мной. Я первая пошла, я прошла. Тяну за собой, давай. Ой, нет, я не прошла. Все, я уже дальше не прошла. Идем, 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 идем. Идем, идем, идем. Я не прошла. Стоп. Сейчас за веревку задену. Я не знаю. Сейчас пропадет. А? Ну? Кто пропал? Никто не пропал. Все прошли. Я. Хорошо. А я смотрю. Ой, чей-то бантик сейчас застрянет. Ой, кто это пропадет? Что, никто не пропал? Ты смотри, какие шумы. А, кто задел? Иди сюда. Не врывай. Сережа, да. Ай, кто задел? Ну, кто забыл на корабле? Так, стоп, замерли! Платье такое красивое, подбери! Ты что? Ты подолжишь их кофе. Замри! Прыг! Это Аня! Аня, мы будем там. Ниже, ниже, ниже. Так. И шустрая какая. Ага, задели платьями, пропали. А я нет. Я меня нет. Я нет. Ура! Я выиграла. А теперь кто пропал? Ой, я пропал. Так, рано тебе,
Ладно, я вам за честность вашу. Давайте 5. И смотри, я же знаю, что у вас-то больше было. Вы просто самые честные. Так и быть, за вашу честность получите букву А. Ну что? Я знаю. Вот она! Свобода! До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Опустился на глубину и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек. До чего дошел прогресс? Труд физический исчез, да и умственный заменит механический процесс. К сожалению, вам пора отправляться в автобус. Потому что если вы пока сядете на свой белоснежный лагерь, вы не успеете на пир. Ну что, все по автобусам? Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывает роботы, а не человек. До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы. Счастлив человек. Мы звезды континентов, разбили пух и прах проклятых конкурентов. Мы к вам заехали на час. Привет! Бонжур! Hello! А ну скорее любите нас, вам крупно повезло. Ну, как все вместе, уши развесьте. Лучше по-хорошему. Хлопайте в ладоши вы! Лиза, посчитай, вам нужно забрать у вас на букву. Начинаем! 50 миллионов! Ребята, сейчас без вас слова, между прочим, соберу! Ну-ка все сюда, скорее, скорее! Качели! Клад спрятан! Где качели? Где качели? Достаю одну штучку. Ой, Джим, это какие-то не русские деньги. Не, не русские. По-моему, это иены. Иены? Это жетон. Подожди. Это жетон. Что зачем? Такое жетон? Наш тебе автомат. Нужны жетоны для автомата? Да. У меня автомата нету, зачем мне жетон? А, да. Тогда, наверное, отдадим им. Ну, конечно. Да. Едва раскроем рот. Все от счастья плачут, и знаем наперед, не может быть иначе. Мы к вам заехали на час. Привет. Бонжур. А ну скорее любите нас, вам крупно повезло. Ну-ка все вместе, уши развесьте. Лучше по-хорошему. Хлопайте в ладоши, вы!
Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Е-е-е-е-е. Мы свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Е-е-е-е-е. Наш ковер цветочная поляна, наши стены сосны и ликаны, наша крыша небо голубое, наше счастье жить такой судьбою, наше счастье жить такой судьбою. Паровозе ездить. Если бы я был президентом, ну, мороженое всем бы давал. В общем, я бы добрый был, я бы всем давал то, что они бы хотели. Меня зовут Марина. Я хочу стать хозяином магазина. Меня зовут Алина. Я бы хотела стать парикмахером. Меня зовут Никита Якименко. Я хочу стать ученым. Меня Серёж зовут. Полицейским. Меня зовут Богдан. Я хочу стать президентом, чтобы они не болели и получали пертёрки. Желаю, чтобы у них всё отбудилось. Пожелаю маме и папе, чтобы они всегда были здоровы. Пожелаю бабушке, чтобы она всегда была жива, чтобы у нее было здоровье в порядке, чтобы с ней было все хорошо, чтобы она никогда не болела. Чтобы они жили долго и у них было много денег. Чтобы они никогда не болели. Чтоб танцевали. Добра и счастья. Thank you.